Друзья, вы рекомендовали переехать в Москву на заработки, и я это сделал. Поэтому сегодня работаю дворником вместе с Русланом. Будем подниматься снизу, ребят. Yeah. Это chicken curry masala. Деньги мои мускулы, да мама ама хасала. Chicken curry masala, chicken curry masala. Рэп играет платье так, как будто мне обязано. А, сейчас, ребят, будем битовать прямо в лифте. Ё-моё. Но где народ-то? Почему они нас обходят стороной? Они как будто чувствуют, да? Что здесь что-то такое. Да. Здесь, походу, просто едут взрывные ребята. Смотри, какой вид классный. Посмотри. Давай прям тут запишу. Что запишем? Видео, видео. Ты серьезно? Да, давай. Ну, давай, давай попробуем. Давай, давай. А топота копыт, пыль по полю летит. Скороговорки подбить лучше, чем треки звучит. Скажите, фигня, о любви не меняли, вы мило молили. Туман и лимоны манили меня, и лимоны тоже манили меня. В этом мире мы когда угнили меня, не феноменал. Били берда, запламена по губам. Выдавал по табан вам по два. Подавал подвал, стиль голова плюс булава. А мне ни до, ни до магания. Биток промок, микродинамика. Я никто, микром покров, топа бедна. Я бегом туда, на зов пусто, паника. Все? Ну да. Понравилось? Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Нормально вроде. Давай. Ну останови, да, послушаем, что там вышло. Давай. Язык не устал? Да нет. У него без костей. У него скорее это щеки. Да? Да. Что там? Что, вы работаете? А? Да, и иногда видео записываем такие. Прикольно, заходите риэлторами. Риэлторами? Да, сразу застойку. Бодрым языком, да? Да. Вы делали и движение с кибиди, что ли? Я, да. Классно. Это же прикольно. Да. В теме. Да, вышлите мне. Тоже, я тоже так хочу. Мне дети просто скажут. Ну, могу, давайте. Мега мать. Давай, напиши. 8-9-6. С этого причала по ночам мы отчаянно начальным отмечая точками частыми черными на бумаге чеканя словами кратчайший путь ищем. Ну что ты? Я сбился. Это было очень круто, ребят. Я сбился. Спасибо. Давайте еще, давай еще раз. Еще раз? Давай, давай, давай. Давай. Такой же, да? Да, да, да. Давай, биток, биток. А топота копыт, пыль по полю летит. Скороговорки подбит лучше, чем треки звучит. Скажите, фигня, о любви не меняли, вы мило молили. В туман и лимоны манили меня, и лимонами тоже манили меня. В этом мире много ждал, винили меня, не феноменал. Били берда, забыл имена, по губам подавал. Подавам вам по два, подавал подвал. Стиль голова плюс булава. А мне ни до, ни до магания. Биток промок, микродинамика. Я не дом, микрон, покров, тропа видна. Я бегом туда, на зов пусто, паника. Нормально, нормально. Нормально? Хочу выразить огромную благодарность компании Timbro за помощь в создании данного ролика. Timbro — это приложение для гитаристов, позволяющее научиться играть на гитаре с самого нуля, без лишних загонов, трудностей, теории и преподавателя. Вы просто скачиваете приложение на ваш телефон, оно слышит все, что вы играете на вашей гитаре, то есть ничего дополнительно подключать не нужно. Сначала разучиваете первые мелодии на одной, двух, трех струнах, потом первые аккорды, первые бои, первые мелодии, и потихоньку уже начинаете играть на гитаре. Давайте сейчас попробуем разучить что-нибудь новое, то, что я еще не играл. Предлагаю разучить токкату Баха, хоть и это облегченная версия. Здесь до самой мелодии дается несколько упражнений, которые подводят вас к этой мелодии, поэтому все у нас получится. Первое упражнение есть. Второе упражнение. Done. Вместо того, чтобы гонять танчики, гоночки, просто попробуйте скачать приложение для обучения игре на гитаре. Это будет намного полезнее. Ссылочку на скачивание оставлю в описании под видео. Качайте как на iOS, так и на Android. Пробуйте. Ну а мы продолжаем. Давай прямо тут, извините, запишу. Немножко пошумим. Немножко пошумим. Давай. Готов? Давай, давай, давай.
Габсбурга, мы Страсбурга еду. Пока еду, захожу в уборную и вижу, это не жалела. Мама мыла, мама мило, мыла, 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 мила, не любила, мыла, мила, уронила бы дюка. Отсюда пусть разбираются сами. Теткач ткани на плотвитане. Сами в шапке, чтоб огонь не увидеть глазами. Вообще еще много чудаков ехало с нами. Ехал века через реку, веди грека в реке рак. Сму греха руку в реку, рак за руку в реку. Зад, бак, мистер свак, мистер широт, мистер срот, мистер шейц. Спасибо. Спасибо. Не за что. Подписывайтесь на канал. Да. Вот. Чего? Вот, работаем. Трудимся. А вот, вот. Да, на улице? Да. Конечно. Сейчас мы уйдем. А? Грязная одежда? Фейс-контроль? Да, серьезно? Можно ваши слова записать? Вот серьезно вы это нам говорите, да? Почему? То есть нет, ну это не шутка, это серьезно. Вы говорите людям, что в грязной одежде в вашем ТЦ находиться нельзя, потому что они рабочие, в рабочей форме, да, находятся? Пожалуйста. То есть это нормально по-вашему? Не, просто как бы, ну какую-то грань необходимо-то иметь, блин, ну просто говорите, что в грязных шмотках у нас нельзя. Контроль на самом грязной тусовке в ТЦ. Ну, это, вы понимаете, это же, ну, идиотизм. Камера, нормально, громко. С этой планеты, планета Земля. Так, Москва. Друзья, нас выгоняют, потому что мы в очень грязной одежде, да, сегодня. Скажите, пожалуйста, почему дискриминация. Вы нас сопровождаете? Грязная одежда, да? Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10 лет, те горы, пред которыми бессильны, и города, где максимум места нет, если не найду пути обратно, назад вернусь хоть через Южный полюс. Я не знал тогда, что будет завтра. Сейчас тем более стань же моей рукой, стань моя жизнь такой. Один миг с тобой, чего только стоит. Все. Кайф. Нет, не, не очень. Не зашло человеку. Ребят, как вы думаете, напишите комментарии. Класс. Ну что, ребят, нас выпроводили из европейского, потому что мы невкусно пахнем и не так выглядим. Типа, дискриминация по одежде, или как это назвать? Да, именно так. В этой стране все сильнее закручивают гайки. Друзья, напишите в комментариях, как бы вы поступили, или что бы вы ответили людям, которые просят вас выйти из ТЦ из-за того, что вы вот так вот выглядите. Это просто жесть, ребята. Понимаете, насколько дискриминация у нас в стране сильная? Если ты работник, честно работаешь, ты строишь... Ты в ТЦ европейский зайти не можешь, типа, да. Ну, как бы на лифте покататься не вариант. Такой, работа дворником или, не знаю, асфальт кладешь здесь где-то. Тебе и зайти охранники и скажут, выйдите, пожалуйста. Пописать, поесть вообще не можешь, потому что ты, ну, хреново выглядишь, типа, нужно одеваться нормально. Это полнейшая дискриминация. Либо залетаешь быстро, ссышь прям где-то, где успел, и убегаешь, как бы, пока да, тебя не скрутили. Пишите в комментариях, ребята, что вы думаете на этот счет. Ну, а мы попробуем снять сейчас выпуск вот в этом автобусе. Погнали.